Ижевск, Red Rock Tour 2013. Рядом со мной находится прекрасная группа Tesla Boy, которая только что отыграла зубодробительный сет в городе Ижевске. Слушай, расскажи, пожалуйста, вы первый раз выступаете на Red Rocks, и каково вам вообще это мероприятие, посвященное Олимпийским играм? Как организация, вообще, как все проходит? Так, на какой вопрос отвечать сразу? На все вопросы. Отлично. Но мне очень приятно, что, несмотря на ливень, который был прямо перед нашим выступлением, люди не ушли, и людей было много. Как говорили в программе «Танцпол» на MTV, отличная музыка, отличный звук, все прекрасно, отлично. Очень хорошие девушки. Нравится тебе сегодняшняя подборка, с кем тебе приходится соответствовать по сцене? Слушай, ну, мне кажется, что вообще весь лайнап Red Rocks, не только сегодняшний, вообще все концерты, ну, те, которые я вот, по крайней мере, слышал, там и Майк Сноу был, да, и кого только не было. Friendly Fires. Data Rock. Мне кажется, вот как раз для полной картины нам не хватало именно этих групп. Спасибо, Ярослав, что все-таки пригласили группу за собой. Спасибо Red Rocks, спасибо организаторам, все было замечательно. Ну это же классно.